Трибуны Ледового дворца переполнены, зрители скандируют. Прямо сейчас здесь происходит самое ожидаемое спортивное событие весны. 8 схваток, зрелищных, красочных боев пока еще впереди. Азарт и адреналин в каждом из зрителей, пожалуй, не уступают волнению, которое испытывают участники турнира. Бойцы, которые выступали несколько боев, прямо достойны серьезной аллеи славы. Думаю, многие из ребят, которые здесь проходят практику, скажем так, отбиваются, они в ближайшем будущем, если не прекратят это занятие, думаю, будут представлять на международных турнирах Россию и Рязань в том числе. Поэтому Арта, они молодцы, то, что они рискнули, посмели, организовали, продавили кучу препятствий, но тем не менее сделали это. Однако главным событием турнира стал не бой по ММА. 46-летний спортсмен из Соединенных Штатов, живая легенда Джефф Монсон и рязанский 25-летний Николай Савилов выясняли, кто сильнее в грэпплинге. В отличие от смешанных единоборств, грэпплинг не предполагает использование ударных техник. Схватка длилась 10 минут, и ни один из бойцов не уступил другому. Он очень силен. Я ожидал, что я его измотаю, но у меня ничего не вышло. У меня была такая тактика, но на деле вышло иначе. Я рассчитывал победу, но все равно, когда боролся, старался не рисковать, мало ли. Полтора года назад бойцы уже встречались, но все закончилось дисквалификацией Николая. Тогда он использовал запрещенный прием – удар ногой по голове лежащего соперника. Николай сразу извинился и теперь, встретившись с Джеффом, снова пообещал победить. Да, обычные эмоции, никаких эмоций. Сейчас готовлюсь к бою. Мне буквально через 10 дней будет в Китае бой. Поэтому я больше ориентируюсь туда, наверное. Исход схватки удивил многих. Все же 46 лет – весьма солидный возраст для спортсмена. Между тем, фантастический опыт снеговика – 87 боев при 60 победах – стал весомым аргументом против дерзости 25-летнего бешеного пса. Джеффом Николаем довольны? Немножко другие были, как сказать, прогнозы? Ну, да, были немножко другие. Думали, Николай, конечно, будет посильнее, но молодость и сила на опыт и победила. Для первого турнира отлично, но есть куда расти однозначно, потому что нам есть с чем сравнивать, мы много где ездим, как я уже говорил, из-за границы и так далее, и очень хотим это принести в Рязань и проводить на достойном уровне регулярные турниры с участием ведущих бойцов. Противостояние взглядами в ходе взвешивания, эпатажный выход в ходе турнира, скандирующие трибуны «Русские вперед!» и в ответ с другого сектора «Они оба русские!» Снеговик действительно получил российское гражданство в 2010-м, хотя его любовь к России началась значительно раньше. Я думаю, что уже пропитался русским духом, поэтому я и принял российское гражданство. Every man tribulate not to serve sir. Every man tribulate not to glazer. ММА – молодой развивающийся вид спорта, который в нашем регионе живет за счет энтузиазма самих спортсменов. В спортшколах и клубах Рязани сегодня чемпионов растят те, кто еще недавно сам пробивался через тернии к победам. Первая битва за Рязань состоялась, и подобные мероприятия, возможно, привлекут внимание общественности к красивому и зрелищному спортивному направлению – смешанным единоборствам, которые сейчас находятся в процессе подъема с колен.